Да, снова няшные анимешки. Наверное, меня укусил анимешник, ну или Пикачу. Я тоже начал испытывать тягу вот к таким вот анимешным играм. Сегодня на Блюстаксе хочу посмотреть вот такую вот игру, Tales of Wind. Сказки, наверное, о ветре. Давай, наверное, смотреть вместе, хотя у меня тут, оказывается, персонаж 9-го левела есть, но я, скорее всего, начну сначала. Потому что я так давно заходил в нее, что, скорее всего, ничего не вспомню, что и как делать. Тут у меня какой-то мальчишка с посохом и талисманом. Талисманом привидения. Даже с волчонком с каким-то. Давай создадим нового персонажа. Потому что я уже забыл, там, может быть, что-нибудь будет говорить, как что делать. Выберите свой класс. Какой класс, интересно, был у меня? Наверное, призыватель, дальний бой. О, так он нравится мне. Подожди, кто у нас есть тут? Воин. Ближний бой. Путь повышения. Паладин. Берсерк. Так, ну это танк, полагаю. Маг. Пиромант. Ледознатель. Так, клирик. Лечение. Поддержка. Жрец. Следопыт. Кто еще тут у нас есть? Убийца. Скрытая атака, ближний бой, асура, ниндзя, не хочу. Призыватель. Мастер духов, путь повышения. У меня только одно повышение будет. Диастра, поддержка, подчинение. Двойная форма, главный навык. Тут вообще повышения нету. А это кто, самурай? Нет. Блин, еще одного создать, что ли, призывателя? Клирик. Кого создавать? Я не знаю. Хочу какой-нибудь дальний бой. Скрытая атака, ближний бой не хочу. Подчинение, двойная форма не хочу. Клирик. Поддержка. Самый верный соратник, который защищает, лечит своих товарищей почти как доброе божество. Жрец. Ой, давай выберем, может быть, клирика. Аватарка, пускай будет такая. Прозвище. Прозвище какое-нибудь сейчас придумаем. Не нравится. Ле. Вот так вот. Окей. И ничего выбирать не буду. Так, пускай есть. Поехали в приключения и начинаем. Я думаю, он дамажит тоже нормально будет. Они тут, наверное, скорее всего, все дамажат нормально. Плюс он может еще лечить. На, скорее всего, себя и еще и в группу. Можно будет в состав любой пати смело вступать. Дорогие авантюристы, создайте новый мир и сотворите свою историю. Мы всегда рядом с вами. Я польщен. Какой-то вступительный ролик. Глянем чуть-чуть. Ух ты, летающие свинки. Вот это да. Не, ролик мне не нравится. Управляйте джойстиком движения. Ну вот сейчас нам будут объяснять, как двигаться, как бегать. Вот это уже более-менее будет понятно, что в игре да как. А то сейчас с 9-го левела начни, так там опять не разберешься, что даже как скиллы выучивать. Свинки гигантские, ушатые, нападают на девочку, боже мой. Кто окружили? Листохряки? Зачарованные листохряки. Ой. Да вы, блин, листохряки, успокойтесь. Алло. Посох ученика применить. Я так полагаю, я взял какой-то посох и тут же его одел, да? Нет. Посох ученика, атака. Набор карт, склад. Господи. Госпидя! О, андеды! Оставьте в покое мою деревню. Сейчас мы поможем. Не поможем. Со мной хоть все. Вот тебе проща, доберись до него. Обучающий ролик, понятно, да? Пройдем по возможности быстро. Сила природы, получен новый навык. Просто так, без ничего, вот так вот взяли и дали мне силу природы.
Что-то наподобие торнадо из листьев. Срубить дерево. Ну что, видишь, какие взаимодействия прям есть тут. Так, теперь нам нужно, видимо, пройтись по нему. Я упасть и могу тут? Не могу. Не страшно, значит, совсем не страшно. Подожди. Дай-ка я в настройки залезу. Качество высокое. Скрыть других игроков. 20. Короче, настроек по графике больше нету. Звуки, настройки. Так. Бой. Сила природы. Ну, не знаю. Тут, короче, походу не так уж и много скиллов будет, по-видимому. В этом плане мне древо... А, вот, еще ее направлять можно. Где ж ты какая штука? В этом плане древо спасителя мне понравилось больше. Там как-то так насыщеннее все. О, смотри ты. У нас босс. У нас тут босс. Неистовый огр. Так, вернись. Вернись, я тебе сказал, в этот, в омут. Так, что за карта? Новая карта, чтобы... Так, и что она дает? Набор карт. Вставить. Карта доспехов. Эти карты вставляются в доспехи. Защита 13, очки здоровья 361. Отраженный урон плюс 40. Уже интересно, что-то новенькое. Монстра убиваешь, получаешь с него карту. На бревне даже есть вот возможность покататься. Так, а я им управляю? Нет, я им не управляю, оно управляется само. Короче, у нас сплав бревен по реке. Мы добрались до андедов, не? Исцелите всех союзников рядом с вами. А вот вам ветерка поддать. О, еще один босс, отлично. Блин, мне будет сложно, парни. Черт, промазал. Стреляю прям в цель, короче. Без разницы, в какую сторону я смотрю. Где была цель, туда и начал стрелять. Исцеление. На каком радиусе оно действует? Ух ты, еще андеды. Сейчас будет весело. Оба-на, босс. Так. Почему-то Вилли не захотела жевать. Я когда стреляю, я не могу бегать. Это уже не очень, если честно. Это какой-то демон теней. Вот это уже главный босс. Чувствую, с него награда будет суперская. Прям со старта сейчас. Да, танку было бы тут веселее, видимо. Ну, хорошо, что у меня есть лечилка. Я сам себя подлечиваю. Демон теней, да, и карту еще дали. А на что она там, эта карта, действует? Блин, не успел. Жалкие человечешки. А, смотри ты. Оказывается, он не так уж и хорош был. Хороший. Так, подожди, пропустить, отстань. Не хочу я смотреть на ваши эти выдумки. Что тут пэтов всяких, коты? Ну, коты прикольные, мне нравятся. Хочу себе кота. Так, карта синяя. Она в перчи вставляется. Атака плюс 18. Получено темные небеса. Какой-то спецэффект. Что за спецэффект темные небеса? Навык, наносящий урон, наносит врагам перед собой урон, равный 100% атаки. Плюс 510. Класс. У меня на X. О, я понял. Так, ну давай, немножко квестов повыполняем. Так, опыт. Нажмите на автоматическую навигацию. Короче, тут есть автовыполнение квестов. Что может не радовать, а не может. Это хорошо.
Это хорошо, хорошо, хорошо. Что нам нужно сделать? Найди детеныша Чокка, прячущегося в гнезде. Это далеко? Стой, подожди. Может, рядом еще какие-то есть квесты. Бег. Что за бег? Нет, я не хочу покидать игру. Подожди, стой еще раз. Еще раз, еще раз, еще раз. Какие тут квестики есть? Ну, только один горит. Царство карт, эскорт. Лучше всего лишь, наверное, сюда. Лучше всего сюда идти. Он тоже какое-то задание даст, я думаю, да? Так, давайте для начала найдем этого прячущегося где-то там Чока. А, вон он, Чока. Готово. Это, видимо, мой будущий пэт. Преподай урок Чока, убивай колдовские грибы. И автоатака есть? Нету парня автоатаки. Толстому Чоке тоже преподать урок нужно. Отлично, толстые тоже попадаются под этот, под уроки. Давай еще выполним один квест где-нибудь, если он тут недалеко. Убивайте колдовские грибы, да? А вот, держи. Ну, я смотрю, я не слабый парень. Почему не сработал этот? Подожди. Так, это сюда запустим. А это сюда. Уничтожь грибы. Зачем изучить следы? А что за следы изучать нужно? Какие следы изучать? Алло. Да ё-моё, блин, так я не смогу закончить. Водоворот их всех. Так, я не понимаю, какие следы изучать. А, вот они. Расследовать. Они, в принципе, не агровые. Если их не трогать, они больше не нападают. Уже 6-й левел у меня, обалдеть так быстро. О, еще один босс, ты посмотри-то, сколько вас тут. Да я, в принципе, как танк. Ой, надо подлечиться, трахец. Так, они мне ничего не дали. Надо возвращаться, квесты отдавать выполненные. Так, подожди, а ты что там? Все, помчали. Короче, ну, видишь, графика из-за того, что я играю на эмуляторе, прям такая так себе стала. Видимо, на телефоне будет это все красивее выглядеть. Ого, там какая Чока сидела огромная. Ничего себе. Огромная Чока. Найдите вход в логово Чоби. Гнездо. А мне... Блин, а мне туда вообще надо было, нет? Может быть, и не стоит заходить было, надо было... Ну ладно, сейчас посмотрим. Я так полагаю, надо было все-таки тут выбирать ближнего бойца. Ну ладно, уже переделывать ничего не будем. Поиграем за клерика, посмотрим, что там дальше. Толстый Чока. Хочет со мной повоевать, видимо, опять. Ну, это все просто. На первых порах все очень просто. Так, серебряные звезды какие-то выпали. Чтобы... Так, а что там у нас? Подходи к отметкам на карте, помогай Беку решать проблемы селян. Сложно. Сложно прям.
Я не вижу вполне ничего сложного. Не, однозначно тут нужен боец ближнего боя. Нравится мне такое расположение веществ. Вещей. Если я буду убегать, то они будут бегать за мной и будут выходить из водоворотов моих. Так, сумка, что-то там нам еще дали. Набор карт какой-то, наверное, для оружия, скорее всего. Угу. Толстый чока. Получено толстый чока. Очки здоровья 197. Атака плюс 30. Ну, давайте вставим. Толстый чока получен. Трансформируется в толстого чока на 20 секунд. После трансформации полностью восстанавливаются очки здоровья и меняется навык на эксклюзивный навык толстого чока. Давай посмотрим. Что за толстый чока? Нет, никаких мультиков. Спокойно, я толстый чока. Мне все ни по чем. А чё, нормальный навык. Вообще-то, а, я еще и лечиться могу. Да, блин, супер, короче. С такими навыками мне ни один босс не страшен. Чё бы мы сейчас укатаем за... Все, укатали. Чобика укатали очень быстро. Хорошо. Так. Награда. Что за она? Летний сок увеличил. Не успел прочитать. Но синего качества, значит, неплохое что-то. Значит, что-то неплохое. Сумка. Что дает этот сок? Увеличивает очки сродства стража на 100. Вкусный сок разный. Ничего не понял. Для чего это пока не буду использовать. Так, подходи к отметкам. Мы подходили. Значит, сейчас вернуться надо. Что у меня, что там за талант получено? Соединяйтесь. Нужен 10 левел, чтобы открыть. У меня какой? 9. Сейчас будет спокойно. Сейчас дадим, я думаю, квест, и сразу у нас будет левел ап. Внучка мэра. Не хватило чуть-чуть. Бокалейщик, ну там есть магазины, смотрю, всякие тоже, всякую ерунду можно покупать. Далеко бежим, карта есть вообще? Есть лес, поединок монстр, царство карт, экс, эскорт, попятная палата. С 1 по 25 уровень на этой карте можно гулять, все, я понял. Так, стоять, бежим дальше. Кого нам здесь нужно? Катастрофу атаковала Аквилон. Как можно скорее найдите Бека. Бека. Вот и Бек. Не так уж он далеко и ушел. Все, 10 левел. Катастрофа, не попади в беду. Мы уже попали. Поэтому нам из нее выкручиваться. Так. Слышишь, слышишь? Слышу, слышу. Он не слышит наш. Одержимый. Так, ну-ка, давай-ка. Помчали мочи одержимых. Ух. Сейчас всех спасем. Так, а что мне тут вообще делать надо? Прогони катастрофу. Это ты, что ли, катастрофа? И пробуди вину. Как ее прогнать, эту катастрофу? Во, я стою в круге, короче, что-то происходит. Накапливается какой-то ш... А, вот он. Давайте все вместе. Мочи, гада. Ой-ой-ой, тихо-тихо. А вот этот на месте стоит. Вот это молодец, я понимаю. Вот это монстр сам подставляется. А тут бегают, суетятся. Учитесь, монстры. Властелин нежити сам подставляется.
Сколько можно запускать этих штук, интересно, в него? Сейчас умрет. Ого! Спокойно. Нас чуть не грохнули, парни. Еле спаслись. Все, готов. Властелин нежити. Дай карту. Отдай мне свою карту. Спокойно продолжить. Вот и шмот. Применить, применить, применить. Все сразу одели. Видимо, оно лучше. Так, подожди, стой. Сумка, где сумка? А, так оно, видишь, применяется. Оно было на мне где-то или не было? Я что-то не помню. Или оно, то, что было старое, сразу исчезает? Короче, не знаю. Ладно, не буду пока вдаваться в подробности. Видимо, по пути... А это что за чушь? Что за чудовище? Ездовой енот, 7 дней, скакун. Применить. Почему бы и нет? 7 дней. Ездовой енот. Класс. Просто супер. У нас есть ездовой енот. И сзади еще корзина с едой. Проголодался такой, яблоко хрум-хрум и побежал дальше, да? Так, ну давай, наверное, поучись у Фардис, учителя навыков. Давай поучимся, Фардис. Открыть новую карту. Навыки. А нет, смотри, ты тут навыков побольше, чем я думал. Есть повышение, видимо, два. Одно будет после повышения, второе на 40 уровне. А здесь у меня, ну, немного, в принципе. Бесплатный сброс. Можно каждый навык еще улучшать. И открыть новый навык. Ну, давай, изучим. Священный свет какой-то навык. Что он дает? Подземелье царства карт мы можем теперь проходить. Что это дает? А как почитать? Надо почитать про навыки немножко, парни. Использование требует времени. Лечит всех союзников в радиусе действия на 6%. И максимальные очки здоровья плюс 481. На лечение сильно влияет атака, сила воли и интеллект. Здесь что? Призывает силу природы, чтобы атаковать 4 врагов перед собой. 10 секунд и нанести урон. Ту-ту-ту-ту-ту. А также отравить цели на 6 секунд. Отравленные цели постоянно получают урон. Следующий уровень тоже 4 врага. Так, хорошо. А это что? Наносит врагам в радиусе действия урон, равный 315% атаки плюс 113%. А, так это уроны, я думал, лечилка какая-то. Ладно, хорошо. Вроде более-менее понятно. Что тут? Эксклюзив какой-то. Донат. Не нужен. Здесь чего? Страна, царство снаряжения, царство карт. Попытки. Это какие-то эти, как я полагаю, подземелья, да? Бонусы. Что за бонусы? Забрать. Забрать, забрать, забрать. Чешуйчатырылых, или как они там правильно назывались, я забыл. Ваша посылка. Так, тут что? Первый день входа. Собрать. Google Play Points. Не знаю, что это такое. Нет доступных карт награды. Не знаю, что это такое. Чока-помощник. Так, 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 так. Есть у нас королевство получено. Так, 15-е. Ясно. Ищите карты души в царстве карт. Ищите в царстве снаряжения. Ну, давайте пойдем. Царство снаряжения, царство карт. Попытки туда и туда. Давай начнем с царства карт. Помчали. Это какая-то подземка. Выбрать этаж. Ну, первый какой. Одиночное исследование. Конечно, одиночное. Так, ну, понятно. Честно... А, 10 минут дается. Я ожидал немножко большего чего-то. Уже лучше в Древо Спасителя поиграть, если подумать. И все? Так быстро закончилось? Ты еще живое существо, пустынный дикарь.
Подожди. Есть у меня вот такой вот товарищ, который делает вот так вот. А сколько действует этот парень? А, вон, золотистая полоска бежит. Сейчас может закончиться. Успею, 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 успею. Неистового огра убить. Не успел. Блин, по привычке у ворот нажал. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, чуть-чуть могут и убить ненароком. Где делся? А, все, умер. Две карты, еще что-то. Все как-то слишком просто пока что. Даже не интересно. Тут управление какое-то немножко замудренное, если честно. Начинаешь стрелять, и все, тупо на месте стоишь. Тут реально танка надо брать, стоишь и бэм-бэм-бэм по башке только, и все. Так, карта гор. Вы получили награду за первое прохождение этапа. Все ясно. Пока не будем второй этап. Давайте применим древнего Энта. А куда она вообще делась? Это что такое? Осколок редкого стража. Использовать. Соберите 10 осколков, чтобы использовать. Это что? Значок славы. Пожертвуйте этот предмет и заработайте славу королевства. Пожертвуем. Забрать награду. Открыть арену гладиаторов какую-то. Нет, пока не будем. Подожди. Забрать награду. А, это что? Синтез. Золотая метка. Соберите 25 осколков и синтезируйте золотую карту. Материал используется для усиления снаряжения от плюс 1 до плюс 6. Пока не будем ничего усилять. Так, что за пожертвование? Почему оно не заканчивается у меня? Требуется 25 уровень, я понял. Так, набор карт. У нас есть какое-то древо. Мы можем его куда вставить? А, в сапоги. У нас в сапогах еще ничего нету. Здоровье плюс 10, защита 17, очки здоровья вставить. А потом можно еще и разбирать их. Отлично. Я думаю, тут их будет много. Так. Заслужить признание, нужно продолжить играть. Бонусы какие-то еще одни. Жди, сейчас заберем. Войти. Слава королевства плюс 200. Наверное, нужно. Наверное, нужная вещь. Навык, подожди, что-то у нас с навыком новенькое. Очки. Очки какие-то появились. Что-то можем изучить? Нет, не можем. Давайте вот это вот повысим. Мне нравится этот скилл. Отлично. Поехали в страну, где мы там еще не были. В царстве карт мы были сейчас. Почему попытки остались? Давайте пойдем в царство, глава Луны 10, 19. Один пойду. И что стоим? Так, тоже 10 минут дается на прохождение. Это что такое? А, кто больше урона нанес? Какие бонусы, да? И можно выйти сразу. Вот вас тут много, парни, сейчас. Я с вами разберусь с нашим классным чуваком. Он против, короче, понятно, это массовый скилл. Лучше всего его использовать, если много врагов. Поехали к следующему. Уже не успеем. Доберемся уже клириком сюда, хорошо. В принципе, несложно. Что такое контрол? Вы не можете создать скакуна на этой карте. Маргарет. Привет, Маргарет. На тебе вот такой вот. Такой вот. Я подлечусь еще. И вот этот цветочек. И еще вот это вот. Ой-ой-ой, а что так больно-то? Осторожно. Слушай, она меня сейчас убьет.
Подлечимся трохи. Тихо, 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 тихо. Ай, слуги, они ее лечат, блин. Давай, убиваем слуг скорее. Блин, я сразу не сообразил, что это происходит такое. Вот оно что, ты видишь, а, что творит, а? Блин, мне надо было сохранить этот... Мне надо было сохранить моего этого кругляша до нее. Кто же знал, что тут такой монстр-то попадется следующий. Так, 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 тихо, тихо. Блин, знаешь, он больно бьется вообще-то. Ну, я немножко справляюсь, я вижу, что я справляюсь. И это ж еще и травит их, по идее, да? О, это побольше отнимает вообще-то. Так, Маргарит, Маргарит вызывает кровавый слух. Давай убивать кровавый слух. Следующий, следующий, следующий. Давай, 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 давай. Блин, подлечили трохи. Ай-яй-яй, тихо, 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 тихо. Ах ты, вот первая сложность, где начинается, а? 543 урона, отлично. Сейчас убьем. Спокойно, спокойно, спокойно. Отлечимся. Ой-ой-ой-ой-ой, тихо, тихо, тихо. На тебе 500 урона. Еще чуть-чуть урона. Отлично. Ну, это было напряженно. Но все равно победа. Победа, победа. Сейчас награда была уже синего уровня, интересно. Ну, я думаю, да, вещи просто заменятся. Вряд ли они будут в инвентаре лежать. Заменить сейчас. Поменять. Заменить сейчас. Поменять. Ох ты. Прям красавчик. Так, подожди, оно-то поменялось. А, и все, и карты туда же упали. Отлично. А с этим тогда что делать? Можно разобрать. Отлично. Опыт сразу. И это можно разобрать. Эйк. Смотри, тут ресурсы появились. Синтез для перековки снаряжения, торговля, сбросить. Так, этих нужно 25, этих тоже больше надо. Пожертвования нельзя, да? Арена гладиаторов открыта, бронзовый век, железный век, не могу тут. Требуется набор карт. Что там, нету в картах ничего. Все, 200, можем поговорить с Фардисом. Теперь он нам что-нибудь скажет хорошее. Выберите яйцо, которое хотите вывести. Через 5 минут вы получите лояльного стража. Животное, растение, фея. Давай фею. Летающую. Летающую блоху такую. Так, путь к месту назначения. Стоять. Что тут у нас в навыках? Что-то новенькое. Так, пропустить. Да блин, подожди ты. Стоять! Я не хочу. Да стой ты, боже. Да стой ты! Навыки. Хочу посмотреть, что в навыках. Мне надо немножко урон повышать, а то слабовато бью. Давай это будем повышать.
Этот навык мне больше нравится. Через 5 минут вылупится, вылупится. Толстячок и говорит, что гор, что-то не вижу, божество в опасности, скорее идите в лес. Сейчас мы спасем ваше это божество в опасности, которое... Древний энд. О, говорящее дерево. Я не дерево, я мент. Тихо. А во вам, парни. А во еще. Ну что, победили? Дальше бежим. Без рук? Я играю без рук. Отлично. Так, походу драка. Чё так быстро закончилось? Куда оно делось? Открыта новая функция на око истинного зрения. Что это дает? Касается цветных частей экрана, чтобы получить спрятанное сокровище. Я ничего не понял, что я только что сделал. Подожди. Да ё-моё. А, так вот его и надо было типа взять или что? Чё это такое, алё? Он меня превратил в какую-то черную гармошку. Клоунскую. Ай, мама! А ну иди сюда, родной. Сейчас я тебя закатаю, блин. Блин, из тебя сейчас сделаю. Все отлично. Так, победили. Лесная нимфа, привет. Это ты, что ли, лесная нимфа? Не похож, блин, однако. Бег, это был бег, наверное. Хотя тоже на бег я не похож был. Что дальше? Спроси стражника, где Мацерат. Сейчас спросим. И пусть только он не ответит. Короче, какая-то детская скучная игра, если честно. Ну, как-то надоело даже. Давай еще вкачаемся до двадцатки. Посмотрим, что тут будет. Не надо нам это, парни. Так. Встретитесь с Мацерадом, великим мудрецом в соборе. Вот там сколько игроков няшных бегает. Сейчас дождемся вылупления яйца. Прокачаемся. О, 18 левел гильдия. Прокачаемся до 20, я думаю. Посмотрим, что изменится. Станет ли она мега интересной сразу. Мудрец. Здорово, мудрец, борода. Какой овец. Ритуал. Активация церемонии. Как же ж без этого опиума для народа-то? Не-не-не, братцы. Пропускаем. Открыта новая функция. Титул, что-то там. Что за титул? Сквайр. Что оно добавляет вообще? Атака плюс 20. Здоровье. Это что такое? Улучшить больше нету. Это БР, это, наверное, мои очки силы, да? Ну, приблизительно понимаю, что это такое. Пропустить. Арена открыта. Чем? Доска поручения открыта. Короче, арена открыта и доска поручений. Так, арена. Что за доска поручений? Прогоните 20 чока. Можно напринимать заданий, да? Разберитесь. Куда портал-то сразу? Я хотел все задания взять. С завтрашнего дня станет доступна система ферм. Ферма? Это вы так пошутили? Нет? Так, стоять, у меня яйцо открылось. Контракт. Что это за летающая блоха, Чоко? Отдохнуть. Стражей. А как его? Он со мной уже? Ну, видимо, да. Страж со мной, да. Все, летит со мной, летает Чоко.
Со мной летает чока. Так, прогоните 20 чока. А он автоматически дерется. Ах ты мой красавец. Божечки, как это все шикарно. Он автоматически выполняет задание. Супер. Играю без рук. Автобой называется. Хочешь так же, как и я? Скачай BlueStacks. Ну или просто эту игру. Squire 2. Я ничего не делаю, он бегает. Господин Грим. О, Грим. Ничего себе. Я недавно, кстати, смотрел сериал про Грима. Так, принять. Ну да. Короче, ладно, мы пока чай попьем. Он пока задание выполняет. Сам причем. Прогонит оскверненных огров еще сейчас даже двоих. Путь к месту назначения. Я так полагаю, можно самому. Ну, по-моему, лучше справляется без меня, если честно. Поэтому я вмешиваться не буду особо. Пускай воюет парень. Класс. Называется игра «Ничего не делай, просто смотри». Как мультик. Ну или как кино, кому что интереснее. Убили. Возвращается к гримам сам. Кстати, сезон досматриваю грима последний уже. Там уже самая развязка сейчас. Непонятно, чем все закончится. Кто же победит? Черный коготь или... Как они там все называют? Одры? Одра? Забыл, блин. Забрать. Обновиться. Ну подожди, давай мы пока с этими заданиями подвяжем немножко чуть-чуть. Что вот это у нас такое? Что-то там нужно королевство. Доска поручений. Что вообще нужно было сделать? Откроем все, прими участие в заданиях царства, арены и доски поручений. Я понял. Чтобы заработать очки славы королевства. А сколько у меня очков славы королевства? Слава за сегодня 1800. Давай на арену сходим. Почему бы и нет. 15-й левел. Ну давай поединок с этим вот товарищем. Это, я так полагаю, такое местное ПВП тут. О! Арена. Местная PvP. Местный PvP батл. Ой, ты что делаешь, алло? Ты сейчас он меня... Ой, все, у меня, кажись, хана. А может и нет. Отлично! Отлично! Я победил в ПВП. Усилить снаряжение. Что там показать надо было? Не, я не хочу ничего показывать, еще успокойтесь. Короче, мое первое ПВП. Первый фраг. Мой первый фраг. Так, ладно. Поединки пока хорош. Так, господин Грим. Ясно. Ой, сколько тут всего открылось, боже мой. Подожди. Надо все пособирать. Пополнять мы ничего, конечно, не будем. Один раз бесплатно что-то можем сделать. Призыв какой-то, да? Что он призывает? Карты. Ясно. Бутон манны. Коснитесь экрана, чтобы продолжить. А я что делаю? Наряд. Один раз бесплатно. Поддержка. Один раз. Подожди, стой. Там же, по-моему, было... Один раз у меня есть? Нет, у меня таких. Хорошо. Что еще тут есть? Рынок появился какой-то. Пока, видимо, не надо. У меня там и нет ни этих ракушек, ничего. А вот этого уже есть, 365. Могу что-то покупать даже. Что за авантюра? Пройдите царство... А, ну понятно. Я понял задание по порядку выполнять. Если не знаешь, чем заняться, забрать все. Нет доступных наград.
Пока закрываем. Бассейн желаний. Что за бассейн желаний? Пруд желаний. У меня нету. За каждое желание дается мана плюс один. У меня ничего нету. Вложить. Что я могу вложить? Тоже ничего. Могу только донаты сюда вкладывать, причем неимоверной скоростью. О, что-то есть халявное. Facebook. Не хочу я следить. Что за семинар-мастерская? Можем усилить. Давай вот это одеяние усилим. Нет. Ну ладно, давай. Давай усилим одеяние. На плюс 2, да? Добавляет физическую защиту, очки здоровья. Продвижение. Нет снаряжения, чтобы продвинуть. В навыках что-то новенькое. Ну, понятно. Будем повышать эту пока. Где еще что-нибудь новенькое? Почему авантюра не тухнет? А, вот, есть подарок какой-то. Нету тут никакого подарка, только купить. Разводилы. Хорошо, господин Грим, как с тобой побазарить? События какие-то появились, получено. Так, дневник. Ой, я 20 левела уже? Так быстро? Я еще не наигрался чуть-чуть. Так, что за билет? Позволяет сразиться на арене гладиаторов. Так, где мы еще не были? Свадьба еженедельная. Площадь событий. Задание чаши. Что за задание чаши? Активировать. Сначала вступите в гильдию. Арена мы были. Царство снаряжения. Сокровище дракона. Пока что ничего нету, да? А, не, ой, тут сколько всякого, всякого разного. Что за доска поручений? Сбор грибов. Так, 4000, 5000, 4000, 5000, 4000. Они, в принципе, все одинаковые, да? Ну, давай вот этот вот еще разок сделаем. Что такое кладоискатель? Так, подожди, стоять. Хочу кое-что проверить, вот эту вот еще штуку. Коснитесь цветных частей экрана. О. Ничего не понял. Что-то там, короче, мне кучу всего надавали. Прогоните Чока. Ну давай, прогоняем Чока. Так вот же они, куда ты побежал? А нет, стой. Прогоните оскверненных этих. Огров, видимо, они Чока. Потерянный наставник какой-то, стой. Что за потерянный наставник? Подожди. Что ты говоришь? Поединок. Блин. Я что-то тут со всеми поединок начал. Держись меня. Сдержите меня, семеро всех порву сейчас. И огров, и не огров, и всех. Блин, меня сейчас грохнут. Обалдеть, короче, это там поединок, походу, блин, с этим мне не по силам оказался. Давай-ка я дальше огров просто помочу. Что-то можно усилить, что-то. Нельзя ничего усилить. Давайте огра лучше добьем, а с тем чуваком, видимо, пока лучше не связываться. Что-то у него тут автобой как-то сбился. Тот парень, видимо, слишком сильный для меня, да? Ладно, давай убьем тогда огров пока что. Ой. Да не нужен ты мне, боже, отстань. Подожди, давай еще раз с ним поговорю. Кто ты такой? Рейтинг. Береги себя, даже мелкая неудача может. Я, наверное, я его не победю. Вернитесь к господину Гриму. Давай вернемся, сдадим задачу. Что у нас тут еще по этим королевствам? А, нужно заработать 300 очков. Ответьте на вопросы Барбары. Ой, смотри, сколько тут всего.
Прогони чопка, чтобы сберечь бороду. Вступи в гильдию. Обалдеть заданий. Сейчас мы повыполняем немножко. Так, забрать. С этим понятно. Так, вступить в гильдию. Давай. Создать гильдию. Нет, не хочу создавать. Заявка. Подать заявку. Блин. Так просто не вступишь. Получается. Ладно, 4 заявки подали, подали. Что тут еще можно сделать? Ответ на вопросы Барбары, наставницы учеников. Полетели к Барбаре, наставницы учеников. Задержался я немножко, конечно, уже все-таки 20-й левел взяли, но чуть-чуть стало интереснее. Больше всяких активностей в игре появилось. Ну, оно, может быть, тоже надо есть, конечно, очень быстро. Но пока... Пока нет, пока еще. Пока играем, парни. Боже, какие карты можно обменять? Как получить материал для разобрать? Какие очки можно обменять на карты талисмана? Я неправильно ответил, нет? Видимо. Разблокировать титул оруженосец. Сквайр. И где этот титул оруженосец? Так, я, видимо, не ответил Барбаре на вопросы. Да я не знаю, я и не отвечу. А, Сквайр это и есть оруженосец. Четвертый теперь нужно. Давайте еще выполнять эти задания, где там больше всего дают. О, гильдия. Меня приняли. Отлично. Так, повышать пожертвования. Я не могу жертвовать. Пока что, видимо. Мне, может, и нечего жертвовать еще. Так, страна. Страна, страна, страна. Царство карт. Ну, давай в царство карт еще раз загуляемся. А, участвуйте в заданиях царства арены и доски поручений. Стоять, это не то. А, участвуйте в заданиях царства арены и доски поручений. Значит, доска поручений... Сокровище, да. Что за сокровище дракона? Все равно я про царство. Царство снаряжения в заданиях царства, арены и доски поручений. Ну, арена, понятно, доска поручений, а царство здесь в какую непонятно идти сторону. Давай еще раз в арену сходим. Кто тут послабее? Ранг 2000, нападаем. Будем выносить слабеньких пока что. Нападать на маленьких. Спокойно. Это какой-то танк ядреный. Стоять! О, есть! Получил гадский папа. 54 тысячи опыта. Так, закрыть. Хорошо. Вот на арене, ты знаешь, сложновато становится играть. Надо очень хорошо владеть. Да блин, а я ж вообще не боец даже, а лекарь. Так, подожди пока с поединком. Что там за бонусы у нас? Забрать что-то там. Карта сокровищ каких-то. Что там в сумке у нас? Что с ними делать? Использовать. Куда-то полетим. За сокровищем, видимо. Путь к месту назначения. Ну, давай, 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 родной. Вот он, живые игроки, я вижу. Спокойно так бегают везде. Племя. 50-60 уровень.
Что я сделал только что? Черт. А, все, можно продолжить, нормально. Надеюсь, там не надо будет ни с кем драться. 50 и 60 уровень я точно не подтяну. О, копать, отлично. Просто сокровища ищем. Манна 150. Что мне дает эта манна? Для усиления карты активации скриптосилы. Цветочная фея. Карту какой-то цветочной феи нашел. Это, наверное, вот на первой этой... А у меня сколько там? Три было карты сокровищ. Сейчас посмотрим еще, может, что-нибудь выкопаем, пойдем. Заменить сейчас? Нет, пока я не уверен, что я хочу что-то менять. Я что, к следующему сокровищу иду сейчас? 25-40. Копать? Ну, давай копать. Снегогрев. Молодой и просто снегогрев. Фрагмент сети для яиц. Ничего не понял, что это такое. Сейчас мне вот это вот все по одной карте сокровищ. А, они все использовались. А это что такое? Позволяет войти в подземелье главы цветов. Давай. Сейчас мы посмотрим, что за подземелье главы цветов. Надеюсь, там не нужен 130 уровень. Что тут делать нужно? Не, я, наверное, не подтяну. А может, подтяну? Ладно, давай попробуем. Там, по-моему, последний босс был сложный даже в первом царстве. В первом поединке. Я с ним долго провозился. Значит, надо оставить... Так, что там у нас есть? Пропуск. Что за пропуск? Задание. Что за задание? Куда я бегу? А, он, короче, сам начинает воевать, если я его не трогаю, да? Ну, воюй, ладно, что тут теперь. Защита 15. Не знаю. А, рейтинг больше. Их же ж можно усилять. А это что такое? Почему не могу вставить? Почему не вставляется, я не понял. Где мы там ставить? В этой ячейке нет снаряжения. А, у меня еще нет, понятно. 17. Разобрать. Ну, так я могу еще и усилить. Усиление, атака, плюс 3. Отлично, прикольно. Будем знать. Ой, там я ж воюю с кем-то. У меня ж там война, пока я тут... Так, спокойно. Навыки. Пока изучим на... Ой, новый навык. Молитва выполняет дополнительный удар по отравленным целям и наносит... Давай изучим, пускай будет. Что за семинар? Ячейка. Что за ячейка? Открыть ячейку могу в посохе ученика еще одну. Так мне ж надо сразу что-то вставить. Ну, без меня, короче, неплохо справляется, как я погляжу. Что за авантюра? Глава первая. Забрать что-то там. Забрал. Что-то забрал. Павший дикарь. Ну, я думаю, тоже справится без меня, да? Превратил в каких-то крабиков. О, он даже этим сам справляется с помощью этого мячика, блин. Короче, ясно, он играет лучше, чем я, парни. Мне остается только смотреть так. Размещен усталость. Понятно. О, тень катастрофы. Вот сейчас вот будет, типа,
босс серьезный. Ну давай посмотрим, как он справится без меня. Может быть, я реально не нужен в этой игре. Второй. Ну ты смотри, он его уже почти убил. Капец. Вот это да. Ну давай я хоть соберу. Соберу все. Хоть на что-то я нужен. Для чего-то здесь. Скоро игры, знаешь, как будут выглядеть? Ты такой покупаешь игру, включил ее, ну и ушел. Вообще полностью ушел. И она сама, они там живут, стреляют, убивают всех, короче, а ты вообще никак не участвуешь. Только твоя задача была игру приобрести, скачать, там, установить, там, ну, не знаю. Все. Остальное все делаем за ними. За искусственным интеллектом. Так, эти штанишки явно лучше. Интеллект добавляет волю. Поменять. Давай ботиночки поменяем, они тоже лучше. А это, пожалуй, давай разбирать тогда. Штанишки. Ячейка. Не могу пока ячейку сделать, да? 30 уровень нужен штанов. На 30 уровне персонажа, а не штанов. Навык опять у меня там какой-то появился. Молитва рассвета выполняет дополнительный удар. Ага. Так, подожди, что я хотел еще сделать? Я хотел усилить, попробовать. Усилить, усилить. Не могу. Нет кристаллов для усиления. Хорошо, я их потратил зря на тот... Где наши... О, отлично, мы выполнили нужное нам задание. Сейчас, скорее всего, получим награду. Готово. Ну, страна понятна. Это основные... активности в игре, которые здесь можно делать. Но они тоже, их, кстати, немного. Тут вон, две попытки остаются, тут три. Ну, 20 тысяч опыта. 23 уровень. Что это за сеть? Ответьте на вопросы. Прогони чока, чтобы сберечь бороду. Грима. Коснись магазина. А это что такое? Создаем портал. Так, катастрофа появилась в Вигдрс. Короче, где-то там она появилась. Ну, где ты, Игдрасил? Игдрасил, да? Ну и что? Все, выполнил, что ли? Пропустить. Так, уничтожьте все истинные облики катастрофы. Где они? А, вот. А где следующий облик? Ну, давай же. А, во, еще один. Нифига там урона я нанес. Вот, тут торговец снаряжением какой-то есть. Что там он может продать нам хорошего, интересно. Ну, давай еще побазарим тут. Какое-то количество раз. Ну, я, если честно, не испытываю прям удовольствия от игры, если честно. Какая-то она слишком уж няшна, детская. Очков, очки, очки, все что-то дают, дают чего-то. Сложно, отправьтесь в лес истоков и сразитесь с Левиатой, чтобы спасти Одри. Уже зачем тогда вот в этой автоигре вот этот вот бег? Уже бы сразу тогда ТП прям туда. Ну давай, иди, иди уже. Так, уровень 24. Что у меня тут за бафы какие-то есть? О, в сумке что-то новенькое. Это что такое? Что такое проводится какой-то? Что я в сумку... Подожди, мне это не нужно. Что в сумке нового появилось? Не могу понять, почему горит этот. А, ячейку могу открыть, ясно. А что в ячейке вообще вставляется?
как в них вставлять что-нибудь, усилить. Ну, допустим, раз, ну, не знаю. Короче, я, наверное, до ячеек еще до самих не дошел, да? Руководство какое-то. Получены очки достижений. Так, стой, я еще не все прочитал. А, драка. Ну, ты дерись пока там, а я почитаю. Забрать, забрать. Ой, по-моему, донаторская валюта, да? За открытие карт каких-то дается. Так, ты справишься? Справляется, молодец. Хороший мальчик. Так, навыки. Давай повышать. Добавьте ячейки какие-то. 5000 хп. 25-й апнем. Что там у меня? А, дневник уже появился. Ферма на 30-м будет. У-у-у, блин, хочется, хочется ферму посмотреть. Блин, еще 5 левелов. Почти больше 5 левелов. Так, нам, короче, тут навешали, что ли, только что? Я что-то не понял. Победа, что значит навешали? Очков что-то мало дали, экспириенсов за такую победу, 220 всего. Тут уже он тысячами навешивает, а тут всего 220. Ну, готово, давай возвращаться. Ферма, выращивайте цветы, кормите коров, готовьте, купайтесь в горячих источниках. Теперь вам доступна собственная ферма. Блин. Так, подожди. Стоять. Хочу кое-что еще проверить. Сокровища найти хочу. Опа! Нашли спрятанный предмет. А что мне это дало? Не понимаю. Не понимаю я вас. Так, как быстро я могу до 30-го левела докачаться, чтобы посмотреть ферму, а? 24-й только. На ее могиле попрощайтесь с Одри. Так, подожди, давай еще найдем что-нибудь. О, стоять. Вижу, 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 вижу. Вы нашли дополнительное задание. Коснитесь, чтобы закрыть. Какие-то цветочки надо собрать. Ладно, давай соберем. Раз уж задание нашли дополнительное, может быть, опыта отсыпят нам. Сколько? Мы 24-й левел сейчас. Найди скрытого вора. А как его искать? Нашли, видимо. Что-то применилось. Опыта, по-моему, вообще не дали. Короче, фигня какая-то. Пошли прощаться там. Кодри на могилу. Молиться давай. На могиле. Дай нам сразу 30-й уровень, а. Не даст, наверное. Блин, как мало продвинулось на сантиметр всего. Ну, боже. А, еще чуть-чуть. Отправляйтесь на остров. Поймайте яйцо стражи. Ну, яйцо стража. И что нам с ней делать? Что за общение? Выберите друга, почта, забрать награды от системы. Давай еще одно яйцо захватим. Вомбат. Продолжить. А сколько нам надо, типа, 3 захватить яйца и вернуться отсюда, я так полагаю, да? Все. Какой из них самый крутой? Давай с ним заключим контракт. Там 1700 БР. Посмотреть.
Чока, древний энд. Разместить, а этого типа отдохнуть, да? Ну, давай, разместим этого. Что за построение? Ага, понятно. Поменяли. Теперь у меня страж другой. Письмо, все ясно. Готово. Вернитесь. Короче, не, ребята, мы, наверное, до 30 левела долго будем качаться. Ферму не судьба будет посмотреть, скорее всего. Давай возвращаться. Так. Пропустить. Отведите нимфу в бар мечты. Сходите с нимфой в бар мечты. Хорошее задание. Ну там еще я вижу задания висят, да? Пропустить. По чуть-чуть совсем. По совсем по чуть-чуть. Фардис срочное письмо получил. Понятно, по квестам качаться. А если мобов убивать, как там, сколько интересно, моба этот, за моба опыта сыпят. Может быть, стоит покачаться на мобах чуть-чуть? Найти пьяницу. Здорово, пьяница. Что, не похож, вроде выглядишь прилично. Одолей пьяницу. А вот тебе, пьянтосина ты. Отлично. Создаем портал призыва. И куда? Куда нас уже пьяница запризывала? На похмел призывай, пьяница. Пьяницу одолели и с ним похмеляться поехали, походу. Стражники с ребром. Чего? 10 тысяч опыта. Даже 25-й, походу, не возьмем левел. Усилить. Мы где-то можем усилить. Снаряжение, перейти. А, тут не обозначено красными точечками, что можно сделать, а что нельзя, между прочим. Далеко бежим что-то куда-то прям. Так, 10 тысяч опыта. Спроси мэра о нахождении. 14 тысяч опыта. Ну, приблизительно вот столько пробежала полоска, да? Так, навестите раненого. Что тут по карте у нас? Большая. Ну, это уже трохи побольше. Задание там, по-моему... А, это не здесь было. 25-40 левел. Убей снега. Вот, давай сейчас посмотрим, сколько за убийство мобов дается. Стоит ли тут качаться вообще или нет. Сложно. Царство снаряжения сложно. Стой. Давай вот это пройдем. Так. Царство снаряжения, царство карт. Песка, 4-й этаж. Блин. Уровень 20-й. Царство снаряжения. На сложном пройти. Блин, я не понял. Мы сейчас на каком сейчас начинаем проходить? Что-то у меня запутался уже. От этих всех ваших активностей. Царство снаряжения. А, вот это 20-й. Ну, давай, поединок. Так, как это автобой включить, а? Ну, давай, ну... О, немножко постоишь, он начинает сам играть, да? Так будет быстрее, я думаю. Что-то я не вижу опыта за убийство мобов вообще. Вот моя стрелочку оставлю сейчас. Убивает же. Короче, за мобов вообще не дается опыт. Только за квесты, да ты прикалываешься. Постоянно квесты делать надо. Блин. Или может за прохождение... А, тут что мобы не даются? Может тут за прохождение всего этого царства дастся опыт? Ну сейчас посмотрим. Сколько у нас тут получается уже опыта? Осталось 1,5 ячейки, можно сказать. Если вот это брать за ячейку, вот одну полосу, то их 1,5 ячейки, можно сказать, осталось, да?
Ну тут дадут какой-то приятный медальончик, золотой талисман. На все классы. Неплохо было бы его взять. Хотя там надо четвертый этаж, а я там, наверное, скорее всего, только на второй смогу сейчас попасть. Ух ты! Какой совенок. Огромный. Переезды. Переросток. Так, что тут? Ну, все ясно. Убивай павшего дикаря. Давай-давай. Мочи, гада. Опять мы в крабиках превратились. А, так я же уже здесь был, точно. Она его убила. Он его... Ее убил очень быстро. Там же в конце босс, походу, женского пола будет. Ведьма. Ну, до фермы я сомневаюсь, что я сейчас прокачаюсь. И буду ли вообще дальше качаться, если тоже не уверен. Мне не хватит терпения. Слишком тут мало свободы в этой игре. Ну давай, тень катастрофы. Начинай отгребать. Вот он запускает сразу два. Быстро, очень-очень быстро. Что прикольно довольно. Награды автоматически собрались, их даже собирать не надо. Фиолетовый обруч какой-то. Заменить. С чем мы там его заменяем? Поясом ученика? Конечно, заменить. Поменять. А что мы еще там выбили? А, перчи 24-го. Тут 10-го, но они фиолетовые вообще-то. Ладно, давай разбирать. Разобрать. Ну и что я добился? Так, что у нас в авантюре появилось? Забрать что-то. В руководстве что-то появилось. Платье героя забрать, забрать. В навыках что-то новенькое тоже есть. Может, этот повысим чуть-чуть. Что там опять в руководстве новое? Блин, где? Не знаю. Потом будем разбираться, что тут горит. Титул БС. Можно улучшить чуть-чуть. Сквайр. Все атрибуты плюс 10. Нормально. На рынке что-то горит. Артефакт. Что за артефакт? Используется для изготовления аксессуаров для спины. Не знаю, что это такое, чтобы покупать. Ну, так я не прошел. Царство снаряжения сложно. 0-1. Царство карт, 4-й этаж. Как в царство карт попасть? Царство карт, царство карт. Ага, я еще только на втором этаже. Тоже смысла нет. Чё тут горит красненьким? Титул могу сменить. На гильдийский какой-то, член гильдии. Ну, вроде бы все. В руководстве я не могу найти, где что тут. Видимо, что-то нужно собрать. Ну, почему-то я не вижу, где оно тут появилось. Это готово, я уже собрал. Но здесь социальные два. Я тоже, по-моему, собрал все, нет? Да вроде бы да. Короче, непонятно, что горит. Другие вообще не начатые даже. Все пока что. Ну, вроде бы все. Черт. Это я не могу пройти. Снегогревов. Открой интерфейс королевства. И один раз присоединись к поискам. О, сокровища дракона. Я еще там не был. Давай, все. Последний раз смотрим сокровища дракона. Железный век, можно что-то забрать. Давай присоединимся к поискам вот этим вот дракона, сокровища дракона. Посмотрим, что это за активность такая интересная. Требуется команда. А как ее собрать?
Создать команду. Менее 3 членов. Капец. Так так просто не попадешь. Нанять наемника. А как нанять? Приглашение отправлено. Обновить. Ну, а как начать-то? Отлично. Ожидает подтверждения. Все, вошли куда-то. Короче, один вроде не был готов, но мы вошли. Там ребята 70-го левела, я думаю, если так долго играю, вообще, в принципе, понимаю, что тут делать. Разбейте как можно больше драконьих яиц. Так, ну буду помогать, как могу. Стражники какие-то появились. Мое лечение, походу, нафиг никому не нужно. И все, в принципе, довольно неплохо себя чувствуют, да? Че я вообще тут делаю? Они без меня справляются неплохо. Короче, что-то собираем, и неплохо. Ой, это какие-то Меня грохнули, блин. Надо понимать, что я тут слабенький самый, поэтому немножко отходить. Да ты прикалываешься, харе меня трогать. Че, вам больше некого бить, что ли? Вообще-то. Я понял, короче, что-то собрали, да? Ну, не знаю, убили, не убили, там дракон вроде внизу был. Короче, для таких активностей я еще слабоват, да? Там вон с первой тычки меня убивали. Ну и что мы там понаходили такого прям интересного? Где оно? Где эти яйца? Можно случайно призывать нюхлика, но перед призывом лучше собрать команду. Я понял, не будем трогать. Разобрать. Разобрать. Что там, что-нибудь появилось новое? Ну-то я прошел эти сокровища дракона, и что? А, вот оно что. Что там можно получить? Кстати, я ж прошел, где... Выполнение. Вот, готово. Жесткая кожа. Обычный навык стража. Эта книжка появилась у меня. Так, а это что? Синтез. 25 осколков нужно. Что это такое использовать? А, вот. Улучшить в один клик. Это я своего стража улучшаю этими напитками. У меня больше нету, парни. Больше нету пока что. Хорошо. Что там еще осталось в сумке? Это что такое? Изготовление аксессуаров. Давай создадим. А, нифига надо. 200 штук их. Перышек этих. И тут 200.
Прически нету. Все. Хорош, короче. Мне надоело капец уже этой ерундой заниматься. На сегодня хватит. Давайте. Если вам понравилась игра, можете играть дальше. Я-то точно уже сюда не вернусь. Фу, какая. Сразу вроде показалось интересно, но сейчас, если честно, однообразие вот это вот мне не хочу. А я лучше буду какую-нибудь выживалку играть. На сегодня все. Спасибо, что был у меня на канале. Увидимся в следующий раз. Пока.